24 жителя Солнечногорского района были отмечены сегодня руководством администрации по случаю 75-летия Московской области. Среди награжденных – работники промышленности и сельского хозяйства, культурных и оздоровительных учреждений. Это повара, доярки, штамповщики и мастера цехов, трактористы, руководители предприятий и организаций. Благодаря им район находится сегодня на передовых позициях в области. При рассмотрении на конкурсе Московской областной думы мы являемся лауреатами этого конкурса, то есть входим в десятку сильнейших, было признано на заседании Московской областной думы. Обладателями благодарственных писем стали сегодня ветераны финансового управления при администрации Солнечногорского района. Это Зинаида Алдусева и Сергей Бугров, не один десяток лет проработавшие на ответственных должностях. В финансовом органе был учет каждой скрепки, которую выпускал завод «Лепси», каждого вещмешка, который выпускал механический завод, и всех-всех предприятий. И не дай бог, какое-то предприятие снизит выпуск хотя бы на одну скрепку. Глубокий анализ, разборка, почему, чего и что. Сегодня слова благодарности и теплые пожелания звучали не только в адрес передовиков. Они, в свою очередь, тоже высказывали пожелания руководству района. Благодарим доброго здоровья, благополучия, большой трудовой деятельности на должности главы администрации. Дань нашего города Солнечногорска, Солнечногорского района, Московской области и всей России. Ой.